центральный банк искусственно снизил спрос на доллары и искусственно завысил предложение на доллар. Гражданам запрещено покупать доллары напрямую. А валютные экспортеры обязаны теперь продавать 80% выручки. Россия будет меньше продавать газа, рубль будет ослабевать. То, что происходит, оно уменьшило доходы России. Малому бизнесу не повезет. Центральный банк готовится к инфляции там минимум 20%. Огромное количество бизнеса ушло из России. К концу года будет потеряно, скажем, 500 тысяч, может быть, до миллиона рабочих мест.